полусекретная съемка. Девчата, здравствуйте. Здравствуйте. Вы Железова еще помните, помним, нет? Помним, да. Железова. У меня есть 50 рублей. Так. Знаете, я почему остановился? Если я сейчас эту всю красоту засниму и в Ютубе покажу. Да мы не против. Ой, слава богу, а то мы не накрашены, уже никого говорить не могу. Мы не накрашены. Так, девчата, давайте так. Это Сизая. Сизая. Да. Сизая. Откуда эта прелесть? Это Майна. Майна, так. Знаете, что это такое? Сорт. Сорт, знаете? Не, не знаю. Это, купили дом, там росли. Это Серафим. Ну, возможно, мои. Не исключаю. Ладно. Первый год плодоносят. Ага. Наверное, не ваши. Здрасте, а кто здрасте торгует-то саженцами? Ну, наверное, нет. Они в хутор не ездят за саженцами. А не надо в хутор ездить. Развозятся. Смотрите, вот это у вас... Ой, вкуснотища еще какая. Вообще жуть, какая вкусная. А? Что там? Слива. А, еще какая. Вот наша слива. Варианты. Китайская, уссурийская. Ну ладно. Весь набор, здорово. Ага. Так, ну что тут говорить. Яблоки как яблоки. Сало как сало. Чего да, пробовать? Чего пробовать, да. Груша сорт знаете? Конечно. Какой? Вот это чижевская. А вот это, Оль, какой у тебя груша сорт? Это вся чижевская. А вот это зеленая. Так, ругаться не надо, слух. Ой-то, простите. Так, ладно. Никто не слышит. Чижевская. И это все Чижевская? Это да. Все Чижевская, да. Один из лучших сортов, который в Сибири прижился. Да, Ротаевской нету, продали. Ага. Дальше смотрим. Волжская красавица. Сорт сливы. Она да так и называется. Так. Волжскую красавицу 25 лет назад мне прислал Чернышов, ученый. Она вот такая здоровая. Саратова. Да. Ну это год неправильный. Да. Измельчало все, засуха. Да. Она вообще здоровая, вот такая, как приплюснутая маль. А что с ней стало? Волжская красавица пошла от меня по всему региону. Да, это уже 100%. Тут еще можно сомневаться там про эти абрикосы. У нас еще есть Филиппе волшебник. А, Маня Жестовская, Таня. Возможно, от нее. Да. Всего. Вот. Потому что там у нее шалах есть. Ой, у нее там чего только нету. Допустим, ладно. Так, но Волжская красавица, это от меня, тут 100%. Так, идем дальше. Ну, не возможно. Вот у меня слива какая-то уральская, не помню, тоже, наверное, красавица. Ну, выписывала я дерево. Это Каратаевская, это Дюшес, это Каратаевская, это Чижовка и та Чижовка. Это здорово, что вы названия знаете. Это так редко бывает. Да. Не, мы-то стараемся тут свои названия все запоминать. Знаете. Отлично. Так, идем дальше. А там, так, это... То же самое. Самая крайняя северянка. О, она это... Она такая отходит, она такая... Вы и это знаете. Северянка, когда-то с нее мы начинали. Да. Это с Субботинской опытной станции. Пошло. Северяночка. Да, да, да. Кстати, неплохая вещь. Неплохая, но берут плохо. Так, а у нее вида нету. Так, ну ладно, это то же самое. Китайки, китайки, китайки. Здрасте. Здравствуйте. Так, ладно, все вроде поговорили. Теперь самое главное. Вы можете собраться толпой, пойти набить морду вашему мэру? Я уже знаю, кто теперь мэр. Вашей Сизинский. А за то, что здесь нету это, то, что по всей не России. Надо. Не надо. Нам не надо. Вам не надо. Крыши над головой. У нас не рынок надо. Есть в центре, пожалуйста, хороший, крытый. Зато там никто не продает ни один мы человек. Ему набьем только тряпки. Если нам только построить здесь да что-нибудь. Вот тогда здесь тогда Саяногорский, Зырбель, все будут. У нас не будет тут работать. А-а-а. Я понял. Мы тут вот живем. Конкурентов плодить конечно, не надо. Конечно, плодить их, ага. Здравствуйте, здравствуйте. Мы от них, знаете, тут как избавляемся, ой-ой-ой. Все понятно. Здравствуйте. А вы откуда приехали? Можно спросить? Мы приехали. Ну, не зря же вы у местных покупаете, такое чудо. Мы приехали в Ермаковский район. А, ну правильно, у вас такого чуда нет. Да. Маринка, видишь, присела. Да. А давайте я вам дам попробовать такое яблочко.
Ну все, это девчата, спасибо за интервью. Вот. Пригодится. Пригодится. Я люблю хвастаться нашими этими. Вообще в этом году рановато пошло. Все, до свидания. Удачи вам.